Возможность найти свой путь в жизни получили устьянские школьники. Для них организовали фестиваль профессий. Ученики 11 школ района смогли познакомиться с особенностями работы, например, пожарного или медика, и понять, какая профессия им ближе всего. Екатерина Исакова продолжит. Фестиваль профессий в Устьянском индустриальном техникуме организовали для школьников района. 150 учеников смогли узнать о предпринимательстве, торговле, образовании, культуре, сельском хозяйстве и медицине. Всего 22 работодателя рассказали об особенностях профессии. Для того, чтобы эту машину запитать с какого-то водоема, нужен большой объем и глубина хоть какая-то. Посвящают в профессию не только работодатели, но и ученики техникума. На фестивале они и кураторы, и организаторы, и преподаватели. Алена Федотова учится на продавца-кассира третий год. Рассказывает о своей специальности с интересом. Мне эта профессия нравится тем, что очень интересная. Когда работаешь с людьми, понимаешь их, надо разговаривать с ними, предлагать им какой-то товар. Чтобы определить свой будущий путь, на фестиваль профессий приехали школьники из 11 образовательных учреждений Устьянского района. Самой популярной стала площадка по предпринимательству и сфере услуг. Очень дружелюбная обстановка. Здесь даже с незнакомыми людьми очень интересно. Я побывала на торговле и побывала на образовании. Я пока что еще не определилась в профессии, но уже думаю над этим. В Устьянском индустриальном техникуме такой фестиваль проходит уже третий раз. Отличие этого года заключается в том, что у ребят на сегодняшний день был выбор, и выбор этот был сделан ими осознанно. Завершился фестиваль экскурсиями на предприятия и в организации. Екатерина Исакова, Ольга Бобина, Регион 29.